Здравствуйте, уважаемые клиенты! В этом видео мы расскажем, как открыть счет и стать трейдером в новом сервисе копи-трейдинга OTAMarkets. Для того, чтобы открыть счет в новом сервисе копи-трейдинга, перейдите в раздел «Копи-трейдинг. Трейдер» в вашем личном кабинете и нажмите «Открыть счет». Как вы видите, для вас был открыт специальный платежный счет, который вы можете использовать для входа в платформу копи-трейдинга и операций пополнения и снятия, а также для получения вознаграждения. Не забудьте проверить почту. Там вы найдете письмо с логином и паролем от данного счета. После открытия платежного счета перейдите в раздел «Трейдер», где вы сможете создать собственную стратегию. Для того, чтобы это сделать, кликните «Создать стратегию» и выберите подходящее для вашего счета кредитное плечо, тип счета, а также укажите название вашей стратегии. Далее необходимо пополнить ваш платежный счет. Вы можете сделать это напрямую, либо внутренним переводом с других счетов. Чтобы пополнить его напрямую, перейдите в раздел «Ввод-вывод» и выберите «Пополнить счет». В данном разделе необходимо выбрать платежный счет, способ пополнения, а также сумму пополнения. Для того, чтобы пополнить платежный счет с помощью внутреннего перевода, перейдите во вкладку «Ввод-вывод» и выберите «Внутренний перевод». В данном разделе необходимо выбрать соответствующие счета и указать сумму перевода. Чтобы пополнить свою стратегию и начать торговать, в разделе «Копи-трейдинг. Трейдер» нажмите «Перейти в платформу копи-трейдинг». Внутри платформы перейдите в раздел «Мои счета», выберите ваш счет трейдера и нажмите на кнопку «Пополнить». В данном разделе можно указать сумму пополнения и пополнить вашу стратегию. Далее перейдите в раздел «Настройки. Вознаграждение трейдера». В данном разделе необходимо заполнить оферту, чтобы получать вознаграждение за копирование сделок инвесторами. Там же вы можете задать описание стратегии в деталях счета, а также изменить имя стратегии. После того, как вы заполнили оферту, вы можете начать торговать и зарабатывать на комиссиях инвесторов. Чтобы попасть в торговую платформу, используйте логин и пароль для входа в MetaTrader 4. Спасибо за внимание.